Мобилизованных из Хакасии начнут отправлять в зону спецоперации не раньше 20 октября. Сейчас призванные из запаса мужчины по-прежнему находятся в Омске. Они обеспечены всем необходимым. Об этом сообщил заместитель главы республики Юрий Курлаев, который все эти дни находится рядом с ними. Мобилизованные живут в палаточном лагере, параллельно проходят боевое слаживание. Подготовка идет сразу по нескольким направлениям, в том числе стрельбы и оказание первой медицинской помощи. По заверениям Юрия Курлаева, быт полностью устроен, все бойцы одеты, обуты, с питанием перебоев нет. Конечно, было очень тяжело и сложно, это первые дни, когда был массовый приток мобилизованных, когда не хватало помещений для расселения. Формировался только новый лагерь, этот палаточный лагерь, все обустраивались. Все это было, конечно, очень тяжело, было неразбериха, половина ходили как партизаны, не одетые. Сейчас эта ситуация, она в корне изменилась. Сегодня сформированы в Омске части. А Юрий Николаевич, сейчас известно, когда отправляют наших... Я этого не могу сказать, ну, не ранее 20 числа.